У нас есть специальный приз за лучшую произвольную программу. Андрюха порвал! Откуда? Откуда вы узнали? Ух ты как! Да. Спасибо, Сергей Львович. Итоги соревнований у мужчин в абсолютной категории следующие. Шестое место занимает Александр Барауля. Пятым становится Эдуард Гаврильченко. Четвертое место Николай Соловьев. Третье место в абсолютной категории Андрей Шепелюк. Вторым в абсолютке становится Андрей Макеев. Ну и всем дал, прошу прощения, всем дал урок мастерства Денис Бурмистров.